Сегодня вот такая организация, она должна быть, которая объединяет казачью молодежь. Почему? Потому что вы сегодня должны сохранить и продолжить кубанские традиции, кубанскую культуру, дух этого народа и веру. А чтобы вы это смогли сделать, значит, вы должны быть все вместе, одной большой кубанской семьей. Тогда вы будете ощущать и ответственность за свой край. Мы стремимся дать вам площадку, создав данный союз, на которой вы сможете общаться, совместно реализовывать свои проекты. Эта площадка позволит вам консолидироваться, я уже сказал, объединиться, почувствовать, что вас много, а должно быть еще больше после вас. Вот на нашей земле. Кроме того, созданный молодежный союз поможет в какой-то степени перезагрузить казачество. Ведь именно сегодняшним школьникам предстоит создавать будущее Кубани, отметил Вениамин Кондратьев. Возможно, среди собравшихся в зале есть и будущий атаман казачьего войска, и руководитель региона. Наша главная задача – создать хорошие условия для вашего успешного и стабильного будущего. Настало время, чтобы казачество стало современным. Это я обращаюсь к вам, к молодежи. Казачество должно стать реальной силой в нашем крае. Реальной. И не быть на попечении у бюджета, оно должно само зарабатывать. Я верю в кубанское казачество. Я верю в сильное кубанское войско. И я очень сильно верю в вас. Всего союз объединил больше 85 тысяч детей со всего региона. Все они ученики казачьих классов и кадетских корпусов. Но в скором времени вступить в эту организацию сможет любой желающий, кто разделяет традиции и нравственные основы жизни кубанского казачьего войска.